спортивный комплекс мы приобрели в 2016 году. До этого мы провели сюда газ, построили котельный свой. В этом году наша организация решила поменять самое основное для бассейна, для спортивного комплекса, это бассейн у нас. Оборудование не менялось с 1991 года. У нас раньше стоял, допустим, мотор, который очень еще куплен еще в Советском Союзе, вот, 45 киловатт. Сейчас гораздо современнее. Это оборудование очистки воды. В этом емкости находится песок, кварцевый песок. Вода из бассейна забирается, очищается, хлорируется, потом она идет в теплообменник, идет, нагревается вода и уходит в бассейн. Совершенно другой оттенок, который был раньше. Температура воды, это, воды 29, воздуха здесь 27. Вот, очень комфортная температура, особенно для пенсионеров, они очень любят тепла. Посетители заметили изменения? Да, заметили. Некоторые даже назвали голубые лагуны почему-то. Вот, говорят, очень прекрасно, даже выходить не хотят люди просто.